Трагедия в Акмолинской области. Во время пожара в многоквартирном доме недалеко от Кокшетау погибла целая семья. Тела супругов и их 4-летних двойняшек нашли во время тушения. На месте сейчас работают следователи. Это было начало 4 утра, я ничего не видела, просто начался сильный стук мне, получается, в дверь пошел. И кричала женщина: люди добрые, помогите. Я открыла дверь. Вышла на улицу, получается, вижу там сильное пламя. Уже невозможно ничего было сделать, потому что им весь вход загородило, и снаружи гореть начало, получается. Изнутри наши ребята начали стекла разбивать, но это уже было бесполезно, потому что выход был уже закрыт. Пожар на первом этаже начался ночью, когда все жильцы спали. Самостоятельно из квартиры смогла выбраться лишь пенсионерка вместе с 7-летним внуком. Так как входная дверь уже горела, женщина вылезла через окно, а ее сын и невестка, которые находились в дальней комнате, спастись не успели. Тела супругов и их 4-летних детей обнаружили пожарные. Известно, что все четверо встали с кровати, но пройти далеко не смогли. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание. По словам соседей, накануне в доме что-то ремонтировали электрики. Условия, способствующие, наверное, гибели людей, скорее всего, послужили сильное задымление, позднее обнаружение пожара, так как пожар произошел в ночное время, в том числе из-за того, что, как вы знаете, сейчас современные материалы, которыми обшиваются дома, это вот декор панели, натяжные потолки, вот, которые при горении выделяют, значит, ядовитые вещества вместе с продуктами горения.